Всем привет! Вы на канале Влад Мазур, мы снимаем сегодня музыкальный пранк. Это Лолита, это Влад. Пранк будет в исполнении Тима Белорусских «Мокрый груз». И вам должно это понравиться. Если смотрите видео до конца и подписываемся, ставим лайки, пальчики вверх. И оставляем внизу комментарии, которые мы будем очень ждать. Я вроде как счастлив, но явно к тебе привязан. На нашей улице сказки фонари говорят. Может, поможешь нести чушь, легче не скажешь никому. Так что прыгай, пока я ловлю. И пускай капается под небо. Идут вот просто тебе, где бы я не был. Дойти к тебе. Не пускай капает с неба. Как просто к тебе, где бы я не был. На реке занят звонки, без ответа. Дойти к тебе. Чили не чио. По всей квартире разлетится. Не замечай меня, ведь я ухожу в ней. Не зови меня назад, ведь нам больше нет. Я вновь закрыл глаза и закрылся от всех. Больше не важно мне. Лишь мокрится сквозь до глубины души. И этот недодушник не сможет потушить желание найти, хотя бы поговорить. И я падаю без сил. И мне не нужен зонт, мне не нужен никто. Хлюпали мокрые кроссы по лужам, и я знал, что меня ждет. Ведь нас с тобой тут никого несет. Так что можешь молчать и дальше, но чтобы понять, мне не надо. Надо дуться, я пойду миллиметры, но захочу ветрут. Все будет хорошо, но мне надо переобуться. И пускай капают с неба. Иду в мокрый кроссах, тебе где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойди к тебе. И пускай капают с неба. Иду в мокрый кроссах, тебе где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойди к тебе.